Пилы, молотки, ножи и самодельные резаки. В двух тюрьмах Тараза у заключенных обнаружили целый арсенал холодного оружия. Всего во время обысков найдено около 130 запрещенных предметов. Выяснилось, что осужденные хранили все это в тюремных холодильниках. С помощью служебных собак также удалось изъять 4 упаковки с веществом, которое имеет специфический запах. На территории колонии полицейские нашли и 162 мобильных телефона, 14 зарядных устройств, 12 наушников и 6 сим-карт. Каким образом запрещенные предметы вообще попали в руки осужденных, еще предстоит установить. Главной целью проведения таких мероприятий является укрепление правопорядка в местах лишения свободы путем выявления и изъятия запрещенных предметов с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения законности данного мероприятия и соблюдения прав осужденных была обеспечена видеосъемка всех произведенных действий. Всего же с начала года зарегистрировано 80 фактов, когда из стен колонии арестанты бросали различные предметы. 51 человек задержан. Нарушителей теперь привлекут к дисциплинарной ответственности.